Во дворце спорта имени Али Алиева города Каспийска состоялось закрытие первенства России по кикбоксингу в памяти первого чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов из КФО Али Порсукова. Проходил турнир порядка 5 дней. За этот период 70 команд из разных городов страны боролись за пояс победителя. Вот и настал последний наш день закрытия. Еще раз огромное спасибо всем нашим судьям. Огромное спасибо всем тренерам Федерации кикбоксинга России, нашим старшим тренерам. Огромное спасибо Федерации кикбоксинга России, что дали нам возможность провести первенство России в Республике Дагестан. Отметим, что на соревнованиях было представлено 11 весовых категорий в возрасте от 7 до 18 лет среди мальчиков и девочек. Выступления участников прошли в нескольких направлениях: татами, лоу-кик, сольные композиции, лайт-контакт, фулл-контакт, поинт-файтинг и многое другое. Все эти дни за борьбой спортсменов тщательно наблюдали настоящие профессионалы своего дела, приглашенные судьи со всей России. Хочу поблагодарить всех судей и тренеров за то, что так очень активно работали, за большую работу, за такой большой вклад в кикбоксинг. Я смотрел, как судьи работают, они без отдыха, менялись только, только у них на обед время было. Очень трудные соревнования судей в моменте, потому что судьи не было момента отдохнуть. Украсили мероприятие яркими выступлениями ансамбль города Избербаш «Мой Дагестан». После закрытия состоятся финальные поединки, где будут известны имена победителей.